что, как говорится, опять Москва, Москва. С утра встал, я должен свои 2 километра отбить. Идем возле ВДНХ, тут какой-то бульвар. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ой-ой-ой. Уа-уа. Так что не стесняйтесь быть сами собой. Чувствуете, какая энергетика буквально таки с утра на прогулке через вас проходит. Поддерживайте ее. О! Доставка помчалась. Поддерживайте ее, развивайте, культивируйте положительный настрой. Вот, и тогда у вас будет все окей. И будете играть ох, окей. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. О-о-о, о-о-о. Вот. Около 5 минут я пошел. Прошел. А надо будет еще пройти до 40 примерно минут. Это уже хорошая нагрузочка, так сказать, позволит вам проснуться, прокачать всю лимфу по организму, которая за ночь застоялась, протрусить кишочки, чтобы не попросились на упражнение. Захотелось есть, в конце концов, а то аппетита нету. А чего он будет, аппетит? Вы что-нибудь сделали для этого? Вот какие-то, какие-то наблюдения. Все завалено. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. О-а-а, ой-е-ой-е. На. Вдали башня, бульвар, ракетный бульвар, 16. Вдали Останкинская башня, скрытая у тумани. Ну чё, хорошая подсветочка у нее. Так, сколько я сделал? Почти 10 минуточек. Теперь назад. И еще так, туды-сюды, туды-сюды, сюды-туды. И наберем нужную дистанцию. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а
Ова-ова. Так. Ага, машинки. Ух ты. Доставка носится. Уже. Потому что круто я тебя. Вот туда и да, вот туда и да. Ba-d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 a-
Кстати, видите гриб чага? Березовый гриб чага. Вот этот нарост. Великолепный. Срезается, срубается и высушивается и потом употребляется. Нашел таких. Да-да-да-да. Интересно, как коррозия сожрала. Ну так, чуете? Пошла. Еще разок снимем елочку. Зеленую иголочку. Это у нас. Это у нас. Сюда не пойдем буксовать. Будем ходить здесь. Кстати, сколько я прошел? О, 23 минутки. О. Еще дам. Еще дам кружочек туда-назад. И на завтрак. Вот. Это совсем другое дело. А потом, возможно, это понадобится у гостиницы. Кусил. Ну что, вот она гостиница. Гостиница, вот она. А вот он я. 40 минут. Как говорится, как с куста. 2 километра. 750 метров. Калории, пульс. Все как положено. Башня там проглядывается. А я в этой стороне. Все. Завтрак. Кстати, время. И время уложился. 10 часов нету. Ла-л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 а. В лифту себя не снимал. В лифту. О, а тут зеркало. А тут начищено, как зеркало. Хороший лифт. Поднимается. Очень приятно. 9 этаж. Идем на завтрак. Здравствуйте. И Африка мне не нужна. Так, ну хватит пить. На завтрак. Появился аппетит. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год.
снова детство к нам вернулось. Волшебства мы жадно ждем, и потеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ. Наступает, наступает новый, новый год. Ой, что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый, новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Ой, веселись, 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 народ. Наступает, наступает новый, новый год. Ой, что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый, новый год. Ой. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.